он торопится. Они говорят, а что ты так быстро поешь? Я говорю, когда быстрее пою, у меня песня короче получается и больше входит во временной интервал. Нас сегодня потрепало, помотало, поболтало, так что рвало, вырвало, что в руках не удержать. А мы изрядно попотели, покрутили, повертели, но доехали и сели, слава богу, что сказать. А когда вокруг сверкает, самолет во тьме швыряет, каждый сразу понимает, как он сильно хочет жить. Пассажиров мы жалели, как могли, как умели, а мы сами жить хотели, если честно говорить. Полет окончен, заторможены шасси и самолет. Устало крылья опускает, а на перроне теплый дождик моросит, и у стоянки нас автобус поджидает. Мы проходим между крыльями, все в порядке, без эксцессов, и на лицах побелевших вновь улыбки запестрят. Очень рады пассажиры, что остались нынче живы, и нас за то, что не убили, от души благодарят. Наш рейс окончен, командир и экипаж желают вам всего хорошего, до встречи. А на перроне нас встречает летний вечер, не создавайте у дверей ажиотаж. Наш рейс окончен, командир и экипаж желают вам всего хорошего, до встречи. А на перроне нас встречает летний вечер, не создавайте у дверей ажиотаж, не создавайте у дверей ажиотаж. Спасибо.